Всем привет! Сегодня мы поговорим о самых крупных судоходных портах мира, которые впечатляют своими размерами и общим грузооборотом. В своем рейтинге мы будем отталкиваться от свежих данных по этой тематике, опубликованных британской издательской группой «Информа». Кстати, в последнюю пятилетку рост морских контейнерских перевозок составил 2,5%. Так давайте же узнаем, какие порты считаются самыми крупными в мире. Вперед! Пятое место – Пусан, Южная Корея. Именно в этом портовом городе Кореи общий грузооборот составляет почти 314 миллионов тонн. В сравнении с прошлым годом, сегодня порт принимает примерно на 1,5% больше грузовых кораблей. Пусан имеет два основных направления – рыболовство и морская торговля. Расположен он на острове Йонг. Порт соединен с материком разводным мостом. Четвертое место – Шэньчжэнь, Китай. В порте Шэньчжэня общий грузооборот составляет почти 470 миллионов тонн. В сравнении с прошлым годом, сейчас порт принимает примерно 0,1% больше грузовых кораблей. Это незначительный прирост, но он стабильно просматривается последние 10 лет. В дельте Жемчужной реки расположены производительные мощности различных корпораций, осуществляющих свои перевозки за счет целой цепи портов Шэньчжэня. Третье место – порт Нинбо, Китай. В порте Нинбо общий грузооборот составляет почти 477 миллионов тонн. Этот порт одновременно является и самым древним морским узлом. На сегодняшний день этот морской хаб демонстрирует поразительные показатели роста и пропускной способности для удовлетворения возрастающего спроса, значительно превышающие показатели прошлых годов, почти по 5% ежегодно. Второе место – Сингапур. Общая грузоподъемность сингапурского порта составляет 565 миллионов тонн. В сравнении с прошлым годом, сегодня порт принимает примерно на 1,6% больше грузовых кораблей. Сейчас он совсем немногим уступает первому месту нашего рейтинга, а благоприятная законодательная база для иностранных компаний, которые хотят им воспользоваться, дает ему неоспоримое конкурентное преимущество на ближайшее будущее. Первое место – Шанхай, Китай. Общая грузоподъемность шанхайского порта составляет 697 миллионов тонн. В сравнении с прошлым годом, сегодня порт принимает примерно на 3% больше грузовых кораблей. Расположенный в акватории, имеющий прямой выход к морю и уходящий на 50 км вверх по течению реки Янцзы, порт участвует как в местном грузообороте, так и в международных перевозках. Показатели впечатляют: 125 причалов, пропускная способность не менее 2000 контейнерских судов. Спасибо за внимание. Буду признателен за активное обсуждение данной темы в комментариях. Ставим лайк, если вам понравился видеоролик. Подписываемся и ждем еще более интересные топы. С вами был канал «Только факты ТОП-5». У нас всегда свежие, горячие, интересные топы именно для вас. Удачи!